Судебный порог. Supraimiținerea procesului de elaborare a deciziei, acest proiect de decizie urma să fie publicat, inclusiv și în ziarele renale, cu 15 zile înainte de ședință. Ori astăzi este o ședință extraordinară. De ce s-a făcut așa în grabă? Nu știu. Probabil s-a lucrat. Intens. S-a făcut în bază. La consultarea părților, iată ceea ce a propus și domnul Tighineanu. Efectuarea unui referendum. Dar ce vă temeți, domnilor, de referendum? Care referendum? Despre ce vorbiți, domnul deputat? Що за картинка сьогодні для ТВ? Какой референдум? Мы тут мучимся уже 4 месяца с этим вопросом. Что значит? А вы не мучаетесь. Как что значит мучимся? Нам нужно принять решение четко для развития района. Что пришел сюда, смотри, картинку какую делает себе. Что за разговоры такие? Почему вы не были на публичных слушаниях? Для чего вы сюда пришли? Чтобы сделать заставку на телевидении сегодня? Вы ничего себе сидим, он сидит, нас очерняет, чтобы встать потом по телевидению, картинка была такая показана. Значит, закончили этот разговор, прекратили, сели, поставили на голосование. Не желаем, потому что вы делаете тут просто чистое выступление, клоунаду, конечно. Я понимаю, если бы это были здоровые дебаты, до которых вы были бы.